Все, ты меня достал. Сейчас я тебя выкину. Ну и нафиг мне этот кот нужен. Так, попью-ка я лимонада. Вкусно. Тебе нельзя. Я люблю только лимонад. Выкину-ка я стакан. Нафиг нужен. Не ори, блин, долбанный кот. И это мне не нужно. Так, поиграю-ка я в игру. Эй! Зачем отключили? Та, я не знаю, но, наверное, какой-то сбой произошел. То включается, то выключается. Да ё-моё, хочу телек посмотреть нормально. Лимонад тоже попью. Так, попкорна съем. Это мой попкорн. Нет, мой. Ах ты, зачем мой попкорн съел? Я хотела бы его. Так. Так-так. Книжку лучше почитаю. Ох ты ж, сказка про воробья Пудика. Жил-был желто-клювый воробей, и звали его Пудик. Он летать еще не умел, но крыльями махал. Такая фигня, блин. Сейчас выброшу. Полью чистый-ка. И свои помидоры, прекрасные помидоры. Ням-ням-ням, вкусно. Вкусно. Пойду-ка я покушать что-нибудь из холодильника. Я тоже пойду. О, а это что такое? Это краска для волос? Стой, стой, не трогай, это кетчуп. Я хочу красные волосы. Так. Так. Сок. Попью апельсиновый сок. Вкусно. Я первая хотела попить апельсиновый сок. Сейчас я его в мусорку выкину. А, ты не выкидываешься? Так. Что с тобой это? Я немного подкашляла. Так. У нас такое соревнование. Кто дойдет до апельсинового сока, тот первый получит апельсиновый сок. Хорошо. Бегу, 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 бегу. Ну вот. Еще чуть-чуть бы и мой бы был. Вкусно! Ха! Так, что мне приготовить? Курицу приготовлю-ка. И твою шапку. А чё я не могу есть шапку? А, я просто не хочу шапку. Так, мяско поставлю, стейк. Стоп! Стоп, стоп, сыр не жарит же. Так, курица жареная, вкусно. Если вам понравился мультик Тока-Бока, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем удачи,
Всем пока!